Вот и наступил долгожданный отпуск. Как же я этого ждала? Как это мало 2 недели, а на них накопилось столько дел. И надо успеть и отдохнуть, и привести себя в порядок, да и дела выполнить. Ну что же, давайте начнем с зарядки и немножко зарядимся энергией на предстоящие свершения. У всего должна быть своя точка отчета, чтобы знать, насколько наши действия эффективны. И начинаем мы, конечно, с взвешивания, посмотрим, что там на весах, а на весах там дофига. 63,5. Ну, вообще, я вчера, когда ходила в театр, после зашла еще рамена сырного, калорийного съела. В общем, думаю, что еще килограммчик где-то нагуляла точно. Ну что, девчонки? А вы свои килограммы когда-нибудь нагуливали? Мне кажется, такой опыт бывал в жизни у каждого. Так, у нас небольшой перерыв, 30 секунд. Одни коробки вокруг. Я уже замучилась их выбрасывать, уже так надоела эта коробочная жизнь, конечно. В момент выполнения упражнений слушала Star Kids Maniac и 17 Sinagong. У них хоть держится ритм, но под него удобно менять амплитуду, и можно где-то сделать, так сказать, статику, где-то немного ускориться. В общем, хорошая тема, рекомендую. В третьем подходе у нас 13 повторений. Я стараюсь менять стойку, чтобы равномерно распределять нагрузку по бедрам, так сказать. Ну, если есть проблема, надо ее признавать и что-то с ней делать, а не отрицать и закрывать глаза. Правильно же? А дальше с видео что-то пошло не так. В общем, кажется, еще 2 подхода у меня просто не записались. Но, кстати, к Новому году я заказала себе голубую ель и решила посадить ее в горшок. Как вы видите, он подходит по размеру. Очень. И немного ошиблась. Это карликовая ель. И до такого состояния она будет расти около 5 лет. И вообще они растут 80 лет. А заказала я ее где-то 2 недели назад. И даю наводку, она не выросла. Нет, это не произошло. Но как сажали, конечно же, надо показать однозначно. Ну, посмотрите, она какая милая. Как же без этого? Ну, ничего. Я заказала еще семян. Упорная, мы обязательно вырастим елку. Ну, что-нибудь-то у нас точно вырастет. Не вырастет елка, вырастет, значит, мандариновое дерево или гранатовые варианты еще есть. Интересно, вот земля есть земля, или все-таки проблема в том, что у нас грунт для томатов и перцы? Возможно, это как-то связано с тем, что елка не выросла. Эх, этот вопрос, кажется, останется без ответа. Выглядит вообще это все немного нудновато, и на деле так оно и есть, так что предлагаю ускорить этот клуб любителей растений и садоводства на балконе. Растения хочется, не хватает жизни. В конце концов, что-то же дома тебя ждать должно, правильно? Чтобы ты точно возвращался домой. Вообще, сколько живу, с каждым днем все больше и больше нравится возвращаться. О, я же даже сверху землю не присыпала. Интересно, почему же оно не выросло? Вот так выглядит, когда тебя все бесит. Что-то было настроение покидаться вещами, но на самом деле все нормально, просто руки были влажные, и оно выскользнуло. Короче, теперь у меня есть маршмеллоу и коробочка для маршмеллоу. Вот такая вот милота. Вот так. А у вас есть коробочка под маршмеллоу? Кстати, очень уютные и качественные. Надо сохранить ссылку на этот лут. Вообще, конечно, жизнь в последнее время прям непростая катка. Такое ощущение, что прохожу на режиме «будем побеждать». Если кто-то не в теме, то была игра Вилрок, и там был этот режим, он считался самым сложным. Помню свои воспоминания, это была первая игра на моем компьютере. Первом компьютере. Вот, и включаю этот режим, выхожу из-за камня, и на меня сразу нападает гарпия, и я умираю. Все, на этом закончился первый опыт. И я затарилась всякими крупами, и у меня еще забита морозилка всяким мясом. В общем, если вдруг карантин, то мы готовы. Вот теперь, пожалуйста, только он почему-то не происходит.
риса 1,5 килограмма, гречки, вон макарон для супа. Ладно, вермишель, по-моему, она правильно называется. И аварийные запасы, конечно, перья пусть лежат, но не полезно. Итак, мы протерли подоконник, немного навели порядок в зоне хранения, и пришло время готовить запланированный ужин. Изначально по плану должен был быть плов, но что-то я так впечатлилась зарядом бодрости, оптимизма и энергии от спорта, что решила сделать более диетический вариант в виде подливки и гречки. На обед был уже приготовленный как пару дней куриный суп, детский вариант с добавлением сырка «Дружба». Вообще, в холодную погоду, тем более сырую, без супа жить нельзя, это я поняла, поэтому даже если я не снимаю и не публикую, суп у меня дома есть всегда, когда пытаешься простудиться или кажется, что ты вот-вот уже заболеешь. Суп с добавлением красного и черного перца, плюс горячая ванна, и ты снова заново родился. О, как хорошо, морковка полетела. Как же не хватает, конечно, ки с ее разными терками, пусть они и ручные, но все равно облегчали жизнь разными фигурными резками. Ну, очень не хватает, это прям тяжело. Как вы могли заметить, я не так часто готовлю блюда из мяса. Нет, это не связано с какими-то убеждениями, я его очень даже люблю, куда больше, чем птицу, но мне вот мясо иногда пахнет, я даже не знаю, как объяснить, ну, то ли железом, то ли, ну вот, не знаю, не могу. Вот птицу могу резать, рыбу могу резать, а вот с мясом какие-то, конечно, прям тяжелые отношения иногда бывают. Иногда бывает, достану, начну резать, уберу. И причем эта штука началась только в последние годы, и в последние годы я вообще стала намного мягче и сентиментальней. Если бы я готовила щи и борщ, это была бы, конечно, томатная паста помидорка. Решила попробовать на подливку взять лентовскую, но неплохо, неплохо. Томатный вкус присутствует, но цвет не такой яркий, вкус не такой яркий. Но если добавить чеснока, перца, то получается что-то знакомое и вкусно. Да, господи, мне кажется, сделать мясо невкусным сложно, это прям надо постараться. Скажете, худеем, а тут диета не диета, но на самом деле, чтобы сбросить вес и прийти немного в форму, не обязательно, да, там садиться на строгую страшную сушку. Это все-таки больше для спортсменов, а нам, чтобы похудеть к Новому году и к лету после Нового года, да, достаточно убрать сахар, сладкое и всякие а-ля соусы. Это уже даст хороший результат. Убираешь стресс, добавляешь, да, вообще здорово. Потом дренаж, баланс воды, и когда вес стал, убираешь чуть-чуть углеводов, добавляешь побольше белков и побольше двигаться. И на этом потихонечку, очень неплохо можно худеть. Здоровая норма — это 200 грамм в сутки. Даже если, да, там где-то есть какой-то застой, такое бывает, делаешь анализ, распорядка дня и продолжаешь. К такому режиму можно возвращаться. Главное — определить для себя норму, комфортную, состояние своего организма, в котором ты нравишься себе в зеркало и хорошо чувствуешь. Оп-оп, плюс одно дело на завтра, вот это чудо надо вынести. Я говорю, мне кажется, эти коробки плодятся, это так и есть, потому что я собираю кухню, проезжает какая-то техника, соответственно, она вся в коробках, и только ты от одного какие-то глаза смог в квартире открыть, так тут еще другое добавляется, но держимся. И вот такой у нас вкусный ужин. Очень вкусно, кстати. Итак, вот наконец-то закончился день 18 ноября. Завтра у нас орган в Аннакирхе. Очень удобно. Сегодня выполнила приседания суммарно 74. Вы это видели. Очень здорово приседать под Star Kids и 17 Sanagong. Можно регулировать амплитуду. Также я соблюла баланс воды. Что там у нас? Играть мы не играли. Сегодня были физические упражнения. Вчера заказала ушки для своей команды, снесла пуховик в ремонт, оплатила интернет и забрала духи из доставки. Также
из книги «Измени свою жизнь за 52 недели» взяла первую привычку в недельной реализации – это все записывать. Тут есть определенные пояснения, как это делать. Вот, ведем. Соответственно, уже сегодня я пытаюсь восстановить режим, встала пораньше. У меня последний рейс был 23:35, соответственно, пока вышли пассажиры, время 12, пока добралась домой час, пока искупалась, легла 2. Соответственно, легла в 2, и подъемы все в 12, да в час. И вот начала потихонечку выправлять режим. Также сегодня завела страничку на Интерпале, она у меня была заблокирована из-за того, что привязана к Фейсбуку, а Фейсбук через Mail, пришлось делать новую страницу Фейсбука через почту Gmail и уже привязывать ее туда. Помыла раковину и разобрала коробку, пару штук, так что их завтра надо будет выкинуть. Вот, ну, пытаюсь найти какой-то мир, спокойствие, опору. Говорю себе, что доброго человека можно встретить даже в той группе, что не заслуживает уважения. Вот, поэтому стараюсь не судить всех строго. И, в общем и целом, спокойствие в коллективе. Слава богу, у нас отпуск. Завтра встану еще на час пораньше в 10. Уже так как по физическим упражнением должен быть перерыв хотя бы через день. Завтра утром позанимаемся музыкой. По пути выкинем коробки и узнаем, как прийти перезаключить договора в управляющие компании. Но я считаю, что вопросы квартиры, они в первую очередь и приоритетны. Эту бытовуху надо закрывать.